Моцарелла жамбылского производства набирает обороты на рынке республики. Для жамбылских предпринимателей сыроделие является перспективным направлением. Так, в селе Баужаном-Мышылы Жуалинского района Мишелов является единственным в регионе предприятием, которое выпускает сыр моцарелла. Здесь успешно производят сливочное масло, творог, сулугуни, брынзу и чечил. По словам заведующей производством Куаныша Мишелова, основным направлением является производство полутвердого сыра, голландского и костромского. Не так давно запустили в производство аналог моцареллы. Поставка продукции осуществляется в Алмату, Астану, Шымкент, Кызылорду и Тараз. Проектная стоимость составляет 130 миллионов тенге. Мощность цеха 40 тонн натурального молока в смену. На производстве постоянными рабочими местами охвачено 12 человек. Среднемесячная заработная плата составляет 50 тысяч тенге. Виктория Волокитина, Самат Сатылганов, новости Жамбыл Ньюс.